Найдите наименьшее значение функции. Y равняется корень квадратный от x в квадрате плюс 8x плюс 25. Для начала перепишем. Y равняется корень квадратный от x в квадрате плюс 8x плюс 25. Найдем ОДЗ. Так как у нас встречается корень, следовательно, подкоренное выражение должно быть положительным. X в квадрате плюс 8x плюс 25 должно быть больше либо равно 0. Решим через дискриминант. Дискриминант равен b квадрат минус 4ac. 64 минус 4 умножить на 25. Получается, что дискриминант меньше 0. А отсюда следует, что у нас подкоренное выражение будет положительно при любых значениях x, так как множитель перед x в квадрате положительный. Для того, чтобы найти наибольшее значение, мы должны взять производную. Y' равняется корень квадратный от x в квадрате плюс 8x плюс 25. И все это штрих. Для того, чтобы было удобнее брать производную, перепишем наш корень в виде степени. Получается x в квадрате плюс 8x плюс 25 в степени 1 вторая. И все это штрих. Производная сложной функции f от g от x штрих будет равняться производная внешней функции f от g от x умноженная на производную внутренней функции g от x. Эту формулу нужно знать. Производная от u в степени альфа будет равняться альфа умноженная на u в степени альфа умноженная на u. Также нам пригодится производная от суммы u плюс v, все это штрих, будет равняться u штрих плюс v штрих. Эту формулу также нужно знать. Тогда у нас получается. Сначала мы берем производную по внешней функции. Это степень 1 вторая. Получается 1 вторая умножить на скобку x в квадрате плюс 8x плюс 25. А степень меньше 1 вторая минус 1. Умножить на производную внутренней. Это x в квадрате плюс 8x плюс 25. Все это штрих. Преобразуем. Получается 1 вторая умножить на x в квадрате плюс 8x плюс 25 в степени минус 1 вторая. Умножить на скобку. Производная от суммы – это сумма производных. То есть x в квадрате штрих плюс 8x штрих и плюс производная 25. Далее получается 1 вторая. Избавимся от знака минус в степени. Получается единица деленная на x в квадрате плюс 8x плюс 25 в степени 1 вторая. Умножить на скобку. Производная от x в квадрате это 2x. Плюс производная от 8x это 8. Так как производная от x единица. И плюс производная от 25 это 0. Далее у нас получается 2x плюс 8. Знаменатель 2. Так как у нас стоит скобка в степени 1 второй, то мы можем записать как корень квадратный от x в квадрате плюс 8x плюс 25. Вынесем общий множитель в числителе 2. Будет 2 умножить на скобку x плюс 4. Знаменатель 2 умноженный на корень x в квадрате плюс 8x плюс 25. Сократим двойки. Получается x плюс 4. Знаменатель. Корень квадратный от x в квадрате плюс 8x плюс 25. Нарисуем числовую прямую и отметим наши точки. Единственная точка это минус 4. Расставим знаки. Там, где производная отрицательная, реальная функция убывает. Там, где положительно, возрастает. Следовательно, минус 4 это минимум. Найдем минимальное значение. Для этого в начальном выражении мы должны подставить минус 4. Получается корень квадратный от минус 4 в квадрате, минус 8 умноженное на 4 и плюс 25. Посчитав, получаем минимальное значение равно 3. Запишем ответ. Y равен 3. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.